session with what's happened in my life since the 1960s. Что происходило в моей жизни, начиная уже продолжая от 60-х годов. But it was necessary to have this teaching about the renewal of the Catholic Church. Также это учение я буду параллельно вести об обновлении католической церкви. What happened through the Council in Rome in early 1960s? Потому что именно это и произошло на соборе в Риме в начале 60-х. Made possible the whole ministry that I've had since then. Благодаря именно этому стало возможным мое служение с тех времен. That has developed over these 45 years, служение, которое развивалось на протяжении этих 45 лет, оно было бы невозможным. Невозможным, если бы не было этого собора в Риме. So, this is important. Now, another thing, you see, I said Pope John had called this council as a council of renewal. Также, как сказал Иоанн, назвал этот собор собором обновления. And so the council represented a real renewal of the Catholic Church. И собор олицетворял настоящее обновление католической церкви. Beginning from the top. Начиная с верхов церкви. Now, in fact, this began a huge task. Кроме того, это положило начало огромному заданию. Is an enormous church. Потому что католическая церковь огромная церковь. The for the renewal decided on in Rome to impact the whole church. That takes time. И решение об обновлении, которое не приняли, для этого понадобится много времени, много молитвы и также посвящения. But you see, the principles are already laid down. Но в тот момент, в то время было положено основание, принципы заложены. It is this that has guided my life as a priest. И это направляло мою жизнь как священника. And you see, so this embodies for me what renewal means. И также это значит для меня это обновление. Renewal means the recentering of church life. Обновление это новый центр в жизни церкви. And this means that we all have to change. Либо перемена центра, и это означает, что все мы должны измениться. It's a different focus from revival. Фокус в обновлении другой по сравнению с пробуждением. In revival is on each person's conversion. В пробуждении фокус на обращении каждого индивидуально. In renewals, в обновлении, yes, each person has to be renewed. Да, каждый человек должен быть обновленным. But the focus is on the whole community changing. На фокус на том, чтобы вся община изменялась. And you see, this is important because evangelical Christians, revival Christians. И это важно, потому что евангельские христиане, христиане ориентированы на пробуждение. Они часто пессимистичны. Часто пессимистичны. Institutions changing. В отношении перемен институциональных либо в институте. You see what happened in Rome in the early 1960s. И события в Риме. 60-х годов. I cannot have this attitude that church institutions and tradition can never change. И у меня нет такого понимания, такого отношения, что церковные институты никогда не могут измениться. Потому что я сам видел, как церковные институты изменялись. Это были огромные сдвиги, огромные перемены. За последние 50 лет моя жизнь тоже к этому причастна. So while I can understand the evangelical emphasis on revival, я понимаю, что евангельский акцент на пробуждении. This is very important. Это очень важно. But I do not see it as opposed to what I understand by renewal. Но также я не вижу, что нет никакого противостояния между пробуждением евангельским и обновлением католическим. И now, позже я буду говорить об этом еще на неделе. See, when I was ordained, I was sent to serve in a parish
local congregation, and I was there 4 years. И когда меня рукоположили, отослали меня быть священником в приходе в качестве ассистента в течение 4 лет. This is the only time I've served in a local congregation, in a pastoral situation. Был единственный период, когда я служил в общине в качестве как пастора. I've done a lot of pastoral work, but not in local congregation. Я совершаю много пасторской работы, но не в какой-то определенной общине, поместной. And this changed in 1968. I was asked to come and teach in the seminary. И в 1978 году все поменялось. Меня пригласили преподавать в семинарии, где я сам учился. Сама семинария очень сильно изменилась за 4 года. С тех пор, как я уехал оттуда. And in fact, the Vatican Council had much to do with this change. И кроме того, Ватикан тоже повлиял на те перемены в семинарии, прошедшие. But then I was invited to teach in the seminary. И меня пригласили в эту семинарию преподавать. But I had not done any further studies. Я не проводил каких-то дальнейших изучений, исследований. Я сказал епископу, пригласившему меня. Я сказал, я думаю, мне нужно больше подготовиться, больше обучиться, если мне надо преподавать в семинарии. Он сказал, он согласился и сказал, проблема в этом году существует, потому что нет времени найти кого-то другого. They suggested I taught for 1 year. Я учил там в течение одного года. And they would arrange then for me to be able to go for 2 years. И затем more study. Они еще сделали так, чтобы 2 года я обучался. So in 1969 I went for 2 years study. А в 68 году, в 69 году in Rome. Я поехал в Рим учиться. And most of the lectures were in Italian. И большинство из тех лекций звучали на итальянском, языке. Я немного итальянский тогда уже знал. Но некоторые лекции были на французском, а одна лекция на английском. По-любому, я понимал итальянский. И в течение тех 2 лет в Риме проведенных, другие студенты там тоже были с других концов земли. Это тоже было очень важно для меня. И пока я был там, я впервые там услышал о начале харизматического католического движения в Соединенных Штатах. It actually began in February 1967. В принципе, оно началось в феврале 67 года. The first books about it were published in 1969. Первая книга об этом была напечатана в 69 году. And I read one of these books. Я прочитал одну из таких книг. That was called, the title was Catholic Pentecostals. Называется «Католическое пятидесятничество». Название книги. But the Lord, in fact, had already led me to begin praying informally with some other students. Молиться неформально с некоторыми студентов, And we didn't have a regular prayer meeting. У нас не было постоянных регулярных молитвенных встреч. Prayer meeting, when we prayed together, it was not charismatic. И когда мы молились вместе, это не было харизматично. But it was clear the Holy Spirit was leading us. Нам было ясно, что Дух Святой направлял нас. Because we often had the experience that. Потому что часто мы испытывали. You know, you're about to pray. You have something in your mind. Да, что-то у вас есть в разуме. And then somebody else speaks exactly that thing. И затем кто-то другой начинает молиться именно о том же. And so this helped to open me when I read this book, Catholic Pentecostals. Когда я прочел эту книгу «Католическое пятидесятничество», я очень был открыт к этому. Я очень обрадовался. So и с другим братом, который тоже там находился, мы оба искали, были в поисках. Поэтому из Рима мы поехали в горы, к востоку, And we just went up on the hillside to от Рима, pray, чтобы помолиться expecting там,
на горах и ожидали, что небеса отвергнутся. So nothing happened. Но ничего не произошло. So I wasn't discouraged. Я не был разочарован. But I thought, I asked the Lord, why? What does this mean? Но спрашивал, почему, что это значит? And I felt the Lord said. И почувствовал, что Господь говорит. That you, and I felt this is an important thing with people seeking. И это очень важно, когда. When you hear of more blessing. Люди в поисках. I felt the Lord say, you are asking in the wrong way. Господь сказал мне, ты просишь неправильно. And that you were not appreciating and valuing all I've given you already. И ты не ценишь то, что я уже тебе дал. You were praying as though you didn't have anything valuable already. Ты молишься так, как будто у тебя уже нет чего-то ценного, что ты говоришь, дай мне что-то реальное. And it was clear that that isn't the right way to for you to pray. И, конечно, что для вас это также неверный способ молиться. Felt that this was confirmed by Philippians 4:6. Это было подтверждено Филиппийцам 4:6. Where Paul writes, "Do not be anxious about anything." Когда говорится, but in everything by prayer and petition. Не беспокойтесь ни о чем, но молитве и прошение с благодарением. Present your request to God. Открывайте свои желания перед Богом. So I felt the Lord was saying, you are to present your requests. И Господь сказал, it's right to ask for more of the Holy Spirit. Свои желания. But only with thanksgiving. With желания, thanking the Lord for what he's given you already. Предоставляя с благодарением о том, что он уже тебе дал. I wasn't somebody who didn't know the Lord at all. Ведь я же не был таким человеком, который вообще Господа не знал. And so in fact, of course, this time up in Mount, this was near the end of my time of 2 years in Rome. И тогда подходил уже конец двухлетнего пребывания моего в Риме. So I went back to England in the summer of 1971. И в 71-м я возвратился обратно в Англию. And I began teaching in the seminary again in снова September 71. Начал преподавать в семинарии. And immediately I saw advertised a weekend at a conference center about 30 miles away. A weekend on prophecy. И затем я увидела такую рекламу, которая говорит weekend пророчества. Being led by a young priest. Weekend пророчества, который вел молодой священник. Had and he'd written a book that came out then. И он написал книгу, ее издали тогда. Writing and he was writing about his contacts with the Pentecostals. Он писал о своих контактах с пятидесятниками. And about being about Pentecost being baptized in the Spirit. И о крещении Духом Святым. And so I went to this weekend. Поэтому я поехал на этот weekend. And this was the first time I met people who were praying in tongues. И там впервые я встретил людей, молящихся языками. And praying for healing and so on. И которые молились об исцелении и так далее. And I felt completely at home there. Там я себя почувствовал абсолютно дома. And I was very blessed during this weekend. И очень был благословлен. And there I met people from the city where the seminary was. И также я встретил людей из того города, где находилась семинария. Они проводили каждую неделю. And so the next week I went to their prayer meeting. Молитвенные встречи, и на следующей неделе я к ним поехал. This group were mostly Catholics. И та группа была в основном из католиков состояла. There too. А также там были и англиканские верующие. And I was felt completely at home there. Почувствовал себя там как дома. And then two days after my first prayer meeting there, и два дня после моей первой молитвенной встречи там, I went to pray with three of the others, я пошел помолиться с тремя остальными, and the other three all began singing in the spirit, singing in tongues. Верующими все они начали петь языками. I just knew I could join in. И я знал, что я могу присоединиться к ним. So I began. I just began. Просто начал. And I began singing in tongues. Петь языками. And from that time on, I spoke in tongues. Времени я молился языками. It was just something that I knew I could do. Это было что-то, что я просто знал, что я могу это сделать. And
And this brought great joy. Это принесло большую радость. I saw a lot of changes immediately as this happened. И также я увидел множество перемен. The Lord began opening up scriptures to me in a new way. И по-новому я посмотрел на Писание. And there was a whole different approach I had to preaching. И также другой подход был к проповеди, как я проповедовал. I tended to prepare sermons. Потому что раньше я готовил проповеди. За партой, more intellectually, writing out the ideas I wanted записывал, to preach about. О чем я буду проповедовать. And, but now Но I began to pray more, prepare sermons on my knees. Теперь я начал готовить asking the Lord what He wanted me to say. Готовить проповеди на коленях и спрашивая Господа, course, что Он хочет, чтобы я сказал. As I started to do this, и когда я начал так поступать, I noticed a big difference in the impact я заметил большую had. Разницу на том влиянии, которое оказывало учение. Because when I prepared the sermons at my desk, потому что когда я готовил проповеди за партой, за столом, письменным, какая реакция в основном была? Oh, that was a very interesting sermon. О, это была очень интересная проповедь. I must think more about it. Нужно об этом задуматься, побольше подумать. Но когда я проповедовал о том, что показал мне Господь, такой реакции я больше не слышал. Люди больше не говорили, это было очень интересно. They said, I was deeply touched when you were speaking. Они говорили, это очень глубоко коснулось меня, когда ты проповедовал. And I saw there was a power, a new power in the word. Я увидел, что есть новая сила в слове. And so my whole preaching, teaching ministry, the whole preaching, teaching ministry служение, developed. Служение, учение и проповеди мое. That I didn't have before. Изменилось, стало новым, не так, как раньше. This was the beginnings of the Catholic. Charismatic movement among Catholics in England. Это было только в начале харизматического движения среди католиков в Англии. I think when this prayer group I went to in Birmingham was the first in that area. Такую молитвенную группу в Бирмингеме. And there may only have been 10 in the whole country. Они, наверное, but it was spreading. Состояли только из 10 человек and вначале, но потом они распространялись. И я также начал это распространять. So я teach, получал приглашения, чтобы учить. Theology, также потому, что я больше теологию изучал. Попросили написать некоторые теологические размышления по поводу харизматического движения. And so I became very involved. I became very, very busy. Я стал очень-очень занятым. And I'll talk more about that in a moment. Я об этом больше буду говорить еще. But another very important thing happened when I was baptized in the Spirit. Очень важный момент, когда я был крещен Духом Святым, как я описал. See, the people who led the prayer meeting люди, которые вели молитвенные встречи, had been baptized in the Spirit. They were Catholics. Крещены духом, они были католиками. But they'd been baptized in the Spirit они были крещены духом through contact with Pentecostals. Через общение с их с пятидесятниками. And so they immediately took me to a Pentecostal church in Birmingham. Они сразу повели меня в пятидесятническую церковь. No, I've never been to a Pentecostal church before. В Бирмингеме. Раньше я никогда не был. This church was a very amazing church. Церковь. Это была очень удивительная церковь. There was a real power of the Spirit there. Там была настоящая сила Духа Святого. At first, I thought all Pentecostal churches are like this. И вначале я подумала, все пятидесятники такие. Later, I discovered they were not. А потом я узнала, что не все такие. This one was exceptional. Эта церковь была исключение, и я был очень благословлен там. И даже две женщины были пасторами в той церкви. They were in their 70s by this time. И к тому времени им было где-то 70 лет. These two women had pastored this church for over 30 years. И они вели ту церковь в течение 30 лет. And this church had sent out 36 missionaries. И та церковь выслала 36 миссионеров в разные страны. And it was located in a poor part of the city. Эта церковь располагалась в бедной части города. Part where there were many immigrants. Там где было много иммигрантов. And so the congregation there
поэтому община was the most mixed congregation I've ever seen anywhere. Очень такая смешанная община, которую когда-либо видел. On Saturday night, they had always they were open to any other one people coming, and they had a visiting preacher. И в субботу вечером у них был какой-то проповедник из гостей, и тоже были служения вечером. Now these on a Friday night there were пятницу вечером people of all there were Pakistanis, there were people пакистанцы приходили, Africans, there were из Африки, из разных стран, but from English people there were poor people, unemployed people, это были бедняки, это были безработные, there were university lecturers, также были преподаватели университетов, ученые были. And there were people from many churches, люди с разных were all церквей, made которые их приветствовали там. There was also a mental hospital nearby for psychiatric patients. Недалеко была также психиатрическая больница. Patients from there used to come. И пациенты оттуда тоже приходили. So it was an extraordinary mixture of people. Поэтому это было необычно, неординарное. These two women were amazing. И те две женщины были удивительными. I learned a lot about prophecy from them. Я многому узнал о пророчествах. They used to prophesy, some of them. Their prophecies were in a different category to many I later heard. И их пророчества также были очень другими и отличались от тех, которые я позже слышал. And they were very welcoming to me. И они очень приветствовали меня. They knew who I was. Они знали, кто я. Was a Catholic priest, and I was teaching in the seminary. Католическим священником, что But they made me very welcome. Но они меня приглашали. Now, in fact, they had these visiting preachers every Saturday night. И каждую субботу они приглашали проповедников вечером. The visiting preachers were not nearly as impressive as these two women. И часто те гости проповедники не так слишком впечатляли, как сами эти женщины. Sometimes there would be anti-Catholic statements in the preaching. Иногда, когда была проповедь, они делали антикатолические заявления. And what I discovered was, и что я узнал, when this happened, когда такое происходило, these women, they would not allow that to just pass without a reaction. Эти женщины не позволяли этим заявлениям прозвучать без никакой реакции. They did not publicly correct the preacher. Они публично его не исправляли. But I remember one time where this happened. Помню один раз, когда это произошло. And later in the meeting, и позже во время one собрания, of these women, they said, "Now we want to invite Sister Dorothy." Одна женщина сказала: "Теперь мы хотим пригласить сестру Дороти." One of their church members Dorothy, to come up. Церкви, чтобы and она вышла tell us about the wonderful things God is doing among the Roman Catholics. И рассказала нам, что замечательно Бог делает среди римо-католиков. And I knew this was their way of correcting the preacher. Я знала, что это был их метод исправления таких проповедников. Очень было милостивым. So I was, but this experience at this Pentecostal church. И такой опыт переживания в Пятидесятнической церкви очень сильно повлияло на мою жизнь и повлияло также на мое будущее. Because, you see, as the charismatic movement spread, и видите, когда было распространяемо not only in the Catholic Church, харизматическое движение in the Protestant churches, среди протестантских церквей, не только среди католических, cautious about contact with the Pentecostals. Многие из них настороженно относились к контактам с пятидесятниками. So many of them were saying, потому многие из них говорили, we have to be balanced. Мы должны иметь баланс, сохранять баланс. The main thing that they said about the Pentecostals. И основное, что они говорили о пятидесятниках, was we have to avoid their excesses. И избегать их излишеств, fanaticism. Их как они фанатики, фанатизма. И я знал, что это неверно. I felt the Lord was saying the
this blessing would not have come into the other churches. Чувствовал, что Господь говорит, это благословение не пришло бы в другие церкви, если бы не пятидесятники. И что мы должны быть благодарны пятидесятникам. Even though благодарить их. I don't want to copy Pentecostals in everything. Хотя я не хочу копировать пятидесятников во всём. But I knew this was a work of the Holy Spirit. Но я знал, что это была работа Духа Святого. And that my first responsibility was to be grateful to God for it. И моя первая обязанность была в том, чтобы благодарить Бога за это и отдать почтение, уважение пятидесятникам. В этом очень важный урок. И начиная с того времени, с тех пор, как я начал говорить о работе Духа Святого, я знаю, что это для того, чтобы почтить пятидесятников. И знаете, что в то время я был вовлечен в теологию, в учение. Я много читал, много изучал. The Lord began to lead me into studying all that was being written about the Pentecostal and charismatic movements. Господь повел меня к тому, чтобы я начал изучать все, что было написано о пятидесятническом движении. This also played an important part in the future. Это также сыграло важную роль в будущем. Now, in 1976, в 76-м году I went to the United States. Я поехал в Соединенные Штаты. And I'd been invited there for a visit. Меня пригласили туда. To a new community. В новую общину. That was a Catholic charismatic community. Общину харизматическую, католическую. Near to Washington, D.C. Недалеко от Вашингтона. And they'd invited me the year before. Они приглашали меня и за год до этого. Поэтому я поехал уже летом 76 года. В этой общине состояло где-то 200 с чем-то человек. Поехав туда, я был очень усталым. Because I was involved in so many things. Потому что так много я всего делал, много чего я делал. And you see, I was involved in teaching. Также принимал участие в учении. I taught the area of moral teaching. Учил по вопросам морали. And so when people wanted somebody to speak on moral issues, и когда люди просили меня говорить по моральным вопросам, например, по вопросу аборта, например, то они, естественно, приглашали меня. Но также я принимал участие в вопросах единства. Я был членом нескольких комитетов, которые имели дело с единством, работали в направлении единства. Также был членом католического комитета по единству, по вопросам единства. Но и в тот же момент, параллельно, я был вовлечен в движение обновления среди католицизма, и меня просили приехать и проповедовать о Духе Святом. Затем меня просили писать теологические работы, книги об этом обновлении. Поэтому я занимался слишком большой деятельностью и слишком много на себя брал. Я приехал в ту общину в Америке, я был очень усталым. Now when I was there, I saw there were various things that I was struck by there. И когда прибыл туда, то меня поразило несколько вещей. I thought it were deeper than what I was experiencing in England. И даже там я большую глубину увидел, чем в Англии. In particular, there was a whole teaching about the cross. Там было целое учение о кресте и о месте креста. Which was not part of what I was hearing in England. О значении креста, и этого я не слышал в Англии. And an emphasis on repentance. Также акцент был на покаянии.
And so the leaders there saw that I was very tired. И лидеры там увидели, что я был очень истощённым. И один спросил меня: напиши перечень всех твоих обязанностей и всех твоих должностей, что у тебя есть. And then another list of all my commitments, of things I had said I would do. Также перечень всех твоих твоей ответственности, то, что ты обязан делать, где ты должен проповедовать, какие статьи должен писать и так далее. And when I complete wrote down this list, когда я закончил этот перечень, то никто уже не говорил мне. Я увидел, что это невозможно. Это просто невозможно заниматься всем этим. In fact, this led to a whole new experience of repentance. Кроме того, это еще привело к новому опыту покаяния. And the Lord led me into deeper purification. И Господь привел меня к большему очищению и покаянию. And what the Lord showed me was. И что Господь показал мне? The reason I was doing so much. Причина, по которой я так много дел делал, слишком много. Was ambition. Это амбиция. I wanted to succeed. Я хотел быть успешным. I wanted to be recognized. Я хотел быть принятым. And so I wasn't able to say no. Поэтому я не говорил нет. And so я не был способным сказать нет. The Lord led me into a deep confession. И Господь привел меня к большему исповеданию, покаянию в моих амбициях. And I saw that I had to stay in this community in the United States for a bit longer. Остаться в той общине в Соединенных Штатах надольше, на большее время. Because I saw that there was something deeper there. Потому что видел, что у них есть что-то более глубокое, и что мне нужен перерыв. And to rebuild my life in a humbler way. Чтобы восстановить, перестроить свою жизнь более смиренно. So I got permission from the bishop in England to live in the community for a year. Я получил разрешение от епископа в Англии жить в общине в Америке в течение года. This year became 20 years. И в принципе. And I lived 20 years in this community near Washington. Этот год перерос в 20 лет, и там я жил 20 лет. This became an important part of my experience. И это стало тоже важной частью моего опыта. Now, and so by being able to be there, и тем, что я находился там, I was able to focus on what was most essential. Я смог сфокусироваться на самом необходимом. See, and I saw I'd been very involved in three areas before. Я был очень вовлеченным в трех сферах. One was teaching moral theology. Раньше, во-первых, учил теологию. Теологии, морали, затем работе в сфере единства. И следующая сфера — это работа Духа Святого. И я увидел, что Господь призывает меня к последней сфере, а от остальных я должен был отказаться. By being in this community in the United States, и когда я находился в той общине в Штатах, которая была харизматичной общиной, and it I saw I was free to really focus on the work of the Holy Spirit. Таким образом, я был свободным, чтобы сфокусироваться на работе Духа Святого. I wasn't one of the leaders. Я не был одним из лидеров. But I was in very close contact with the leaders. Были у меня тесные контакты с лидерами, которые поддерживали меня. And one of the things they saw that, in a way, my potential. Также каким-то образом, можно сказать, они видели мой потенциал. And they said, "Have you ever thought of studying for a doctorate?" И они спросили, думал ли когда-то ты учиться, чтобы получить степень доктора? No, I never thought of studying. Я сказал, я думал, я никогда не думал об этом. Во-первых, я получил уже степень в свое время. So, with this, I. See that
In the United States, having a doctorate is very important. И так как в Соединенных Штатах иметь степень доктора очень важно. But I'd never thought of it because it wasn't a practical possibility in my life as a priest before that. Но я никогда не думал об этом, потому что не было практической возможности в этом. But now I had the freedom to do it. Но теперь у меня появилась возможность, and чтобы so заняться in fact, in этим. 1979 году I enrolled at the University of Birmingham in England. Я поступил в университет в Бирмингеме, в Англии. I was sort of commuting between England and United States for a few years. Можно сказать, несколько лет я летал туда и обратно в Англию из Штатов. Not every week, fortunately. Not every week, fortunately. К счастью, не каждую неделю я летал туда обратно. But the reason I went to Birmingham. И причина, почему я полетел в Бирмингем. That was the city where I'd been teaching in the seminary. Потому что в том городе я преподавал в семинарии. But through that, this was the place where the professor, who was the top expert in Pentecostal studies in the whole world, was there. Там находился профессор по пятидесятническим учениям либо исследованию пятидесятничества. Он самый был лучший во всем мире. And people who were wanting to study, do deeper studies into Pentecostal movement and charismatic movement. Харизматическое движение. Они съезжались туда со всего мира. So I went to study there. И я поехал учиться там. And I knew I was to do my doctorate. И знал, что я должен получить свою степень доктора, написать диссертацию. I knew I was to do it on this work of the Holy Spirit. Я должен знал, что должен был написать это на тему работа Духа Святого. But you see, I was trained as theologian, scholar. Также видите, что я был подготовлен как теолог, как. So I began reading everything that scholars were writing about the charismatic movement. И начал читать все труды, все книги, которые писали теологи о Духе Святом, работе Духа Святого, в частности труды католических теологов. I knew many of them personally. И когда я жил в Соединенных Штатах, я их со многими с ними лично познакомился. As I worked on this for several months. И когда я работал над этим, несколько месяцев я больше и больше разочаровывался. This was not the way that, you know, I was studying what theologians were writing about baptism in the Spirit. Поскольку я изучал теологию и еще писал о Духе Святом. And I got more and more frustrated. Больше и больше я разочаровывался. And it was then the Lord spoke to me. И тогда Господь сказал мне. It wasn't like a word that I heard. Хотя это не было слова. But it was very clear in my spirit. Но это очень ясно было в моем духе. And what the Lord was saying was this. Что Господь говорил было это. I do not want you to study what other people think about what I am doing. Я не хочу, чтобы ты изучал мнение других людей по поводу того, что я делаю. Я хочу, чтобы ты изучал то, что я делаю. Very, very important word. И это было очень And важно. This has influenced my whole life ever since. И с тех пор повлияло тоже на мою so жизнь. It's a result of this word in a lot of ways I'm able to teach a lot of what I'm teaching you. И поэтому в результате этого я могу учить, как учу вас. Now, you see, I thought at that time this word is a word for my studies. И тогда я думал, это слово в отношении того, что я изучаю. Doctoral thesis, my thesis subject. В отношении моей темы диссертации. But I realized as time went on. И также время шло, я понимал. It was a word for my life. Все больше что-то слово для моей жизни, слово для моего служения. It's studying what the Lord's doing. Изучать то, что делает Господь. It's asking first the question, what is God doing? Вначале задать вопрос, что Бог делает? Not what do people think about? А не то, что люди думают об этом. And so at that I began to study because of this word.
благодаря этому слову я начал изучать, how the Pentecostal movement began. Как началось пятидесятническое движение. And then I studied how the charismatic movement began. Затем я изучал, как началось харизматическое движение. And I went to many sources and libraries and places. Я ходил во многие библиотеки, использовал многие ресурсы. And I studied the origins in four nations. И я учил в четырех разных странах происхождение. Britain, в Британии, in United States, в Штатах, Canada, в Канаде and France. И Франции. And I gathered a huge amount of information. И собрал большое количество информации. И это делал в течение двух лет. And then it was clear, и потом стало ясно, that I had enough material что this would lead to an encyclopedia, что not a thesis. У меня достаточно материала, чтобы составить энциклопедию, а не только диссертацию. I had thought of making a comparison between the beginnings of the Pentecostal movement and the beginnings of the charismatic movement. Я также думал о том, чтобы провести сравнительный анализ между началом пятидесятничества и началом харизматического движения. Show how they're similar. Я хотел показать, and how they're different. В чем они похожи и в чем они отличаются. The variations between countries. И какие вариации существовали в разных странах. And, so when I saw it was impossible to complete this thesis, и когда я видел, что невозможно завершить эту диссертацию, proper length thesis on such a big subject, диссертацию по такой огромной теме, one of my advisors asked me a question. Один из моих консультантов спросил меня. They said, which part of your studies do you have the most complete information on already? По какой части диссертации у тебя наиболее полная информация? I said, it's the beginnings of the charismatic movement in Great Britain. Я сказал, это начало харизматического движения в Великобритании. So they said, well, that's what you should do your thesis on. И он ответил мне, ну тогда об этом пиши свою диссертацию. My doctoral thesis was finally about. И наконец-то я вот я определился с темой для диссертации. Она beginnings of the charismatic movement in England, Britain. В начале харизматического движения в Англии. And but doing that, to do that, I visited many of the pioneer people and leaders. Сделать, мне пришлось посетить многих пионеров этого движения, already, лидеров. Некоторых я уж из них уже знал, некоторыми познакомился. Begins, потому что когда начинается движение, begins, когда начинается работа Духа Святого, the books, то доказательства этому не в книгах содержатся. First, people, во-первых, нужно пойти и пообщаться с людьми. And also look at what was written about it at the time. Again. And look at what was written about it at the time. А также посмотреть, что писали в те времена об этом событии. Now, where do these things appear? Где это происходило? They appear in magazines. И где об этом писали? And in church bulletins. В газетах, а также в бюллетенях церковных. And sort of 8-page leaflets. Или же таких листовках. Об этих событиях не писали в больших книгах, которые сейчас в библиотеке. Мне пришлось пойти откопать все газеты, все листовки. И удивительно, Бог продолжал открывать двери. И я продолжал находить разные журналы, газеты. Put together the picture of how this began in Britain. И так смог сложить общую картину, как это все началось в Великобритании. Now, while I was doing this, и пока я занимался этим, first of all, I was faced with new groupings. Во-первых, я столкнулся с новыми группами. Of charismatic fellowships and churches. Новыми группами харизматических церквей. Not Pentecostal, которые не были пятидесятниками, but were not within the
existing churches. И они также не принадлежали существующим церквям. And I had to decide, are these full part of the charismatic movement? И мне пришлось определять, являются ли они принадлежностью к харизматическому движению. Because these people were being filled with the Holy Spirit. Это стало ясно, что так they есть. They were manifesting the same gifts. У них проявлялись те же дары. У них были те же дары, как и у всех остальных. И видя, что Дух Святой излился как на существующие церковные группы, но также и на новые группы, которые не были частью пятидесятнических церквей и не были частью существующих церквей. I began to see that the Spirit was at work in both of these. Я видел, что Дух Святой действует и там в обеих группах. So I began to see that how God doesn't just work in one way. Видеть, что Бог действует не по одному, не только одним способом. Это один и тот же Дух Святой. The same way that we are now. I've just seen the 5-minute sign. Now I haven't got as far as I'd hoped to get. One question is whether maybe I should finish in 5 minutes and finish it tomorrow morning. Then yes. И скоро мне придется завершить и продолжить. It's after this the Israel question comes into the picture much more. Продолжить. So I think I shouldn't rush that. Потому что именно в этот момент появляется вопрос об Израиле, и я не буду торопиться. Being in the United States, находясь в Соединенных Штатах, gave me a big advantage studying these things. Мне дало большие преимущества, because the United States played a very big role in the beginnings of the Pentecostal movement. Соединенные Штаты сыграли большую роль. Also in the beginnings of the charismatic movement. В начале пятидесятнического движения, а также в начале харизматического движения. And an interesting question: why is this? И можно задать вопрос: почему так произошло? I could see that. The USA is an ideal place for new things to begin. Я увидел, что Соединенные Штаты идеальное место для начала чего-то нового. It's an enterprising, adventurous society. Потому что это предпринимательское общество. And also it's приключенческое общество. You know, they're not weighed down by past history. И их не обременяет история. Их не обременяет прошлое по сравнению с Европой, которая обременяет прошлое. But also being a European in America also was a big advantage. Мое преимущество было как европейца в Америке. Because most of the American studies of these questions. И большинство изучений, которые проводят американцы, очень сосредоточены на Америке. And that was not possible for me. Для меня это было невозможно. And I felt this was a big advantage. Я думал, что это большое преимущество. The Lord was giving me an understanding of the American development. Так как Господь дал мне понимание, как это развивалось в Америке. Had if I'd been living in Europe. И я бы не понял этого, если бы жил в Европе. But also as a European in America. Как европеец, I was able to see things in a wider perspective. Я смог увидеть вещи в более широкой перспективе. And so now in 1980 for the first time I went to the Society for Pentecostal Studies. И в 80-м году я впервые посетил общество Society of Pentecostal Studies. Общество по изучению пятидесятничества. In North America. Это в Северной Америке находилось, и там были теологи пятидесятнические. И туда я приезжал каждый год на конференции. Well. Потому что они приветствовали теологов, которые изучали также и харизматическое движение. Хотя 90% из них были пятидесятниками. Я узнала о всех людях и о всех учениях, которые преподают в пятидесятнических колледжах в Америке. It was at one of these conferences, in fact, 1985. И, кстати, на одной из этих конференций в 85 году a Pentecostal scholar came to me and said,
пятидесятнический телах подошел ко мне и сказал мне, что готовит новый словарь пятидесятнических терминов. И он просил моей помощи в написании этого словаря. И в конце так получилось, что я больше всех написал статей для этого словаря, где-то 87 статей. But in the end, I was had. You see, when I said I'd studied the beginnings of the Pentecostal and Charismatic movement in four nations. И когда я сказал, что изучал начало этих движений в четырех странах, а в диссертации своей, I'd only used part about the Charismatic movement in Britain. Я показал только харизматическое движение в Великобритании. But all the rest of the research I'd done, все остальные information I'd gathered, исследования, которые я делал, всю информацию, которую я собрал, я все это использовал в этом словаре. И ничто не пропало даром. Ничто не пропало даром. And so, and in 1980, in that year, same year, I was elected one of the officers of the Society for Pentecostal Studies. Также в 80-м году они избрали меня одним из лекторов в этом сообществе по изучению пятидесятничества. And then I became president. Затем я стал президентом в 87-м году of the society, and этого сообщества. But in 1988 they elected me their secretary. И в 88-м они избрали меня своим секретарем. I served as for over 8 years. И там я служил в течение 8 лет. I realized this was very remarkable that the Pentecostals would elect a Catholic priest as secretary. Я думаю, что это очень чудесно, потому что пятидесятники избрали католического священника в качестве их секретаря. Secretary of this society also gave me access to the leaders of Pentecostal denominations. Через них я имел доступ к лидерам пятидесятнических деноминаций. So in this way the Lord had led me into deep contact with the Pentecostal movement. И именно таким образом Господь дал мне больше контактов либо взаимоотношений с пятидесятническим движением. Думаю, что это достаточно на сегодня. That takes me up to about 1988. Таким образом, мы подошли к 88-му году. So we'll do the last 20 years. И последние 20 лет мы рассмотрим завтра. And that is the time when Israel comes into the picture. И именно в этот период, time when the second coming comes into the picture, на картине появляется Израиль и также второе пришествие. So I hope that you will be in that this will be helpful and inspiring for you. Поэтому надеюсь, что это поможет вам и вдохновит вас. God bless you all. Пусть Бог